Что ты делаешь? Шангитин, остановись! Каждый раз, когда ты закрываешь мое лицо подушкой, тебе неприятно видеть меня вместо моей сестры? Прошло 2 года, а ты все еще не можешь забыть ее. Шангитин, не уходи! Я тебя никогда не заставляла жениться на мне. Почему ты так со мной обращаешься? Почему? Ты сама прекрасно знаешь. Если бы не твои интриги, я бы женился на Юи. Я ничего не сделала. Веришь ты мне или нет? Не говори, что это не ты. Если это подстроила не ты, то как пресса узнала, где мы? Господин Шен, завтра должна состояться ваша помолвка с госпожой Ю, а вы спите с ее сестрой. Как вы это объясните? Ходят слухи, что вы спите одновременно с обеими сестрами. Если бы старик не угрожал мне, я бы никогда не женился на такой, как ты. Я знаю, что ты презираешь и ненавидишь. Но раз уж ты женился на мне, то тебе следует исполнять свои обязанности мужа, а не думать о ком-то другом, пока спишь со мной. Ты больше не можешь это терпеть? Разве не знаешь, что я не люблю тебя? Мне безразлична твоя любовь. Она угасла в этом бессмысленном браке. Прекрасно. В этот раз я не буду закрывать твое лицо подушкой. Надеюсь, ты выдержишь. Отпусти! Что ты делаешь? Шан Ютин, я хочу развестись. Я признаю свои ошибки. Я хочу развод. Развод? Кто ты такая, чтобы требовать развод? Ты должен быть благодарен за возможность жениться на той, кого ты правда любишь. Это не тебе решать. Ты не можешь от меня уйти, пока я не разрешу тебе. Этот документ прислала ваша жена. Она планирует вернуться к себе. Хорошо, положи на стол. Соглашение о разводе. Так, посмотрите, кто пришел. Что происходит между тобой и Юлань? Говорю еще раз, никогда не упоминай ее при мне, иначе мы больше не братья. Да успокойся. Все знают, что она без ума от тебя. Она играет грязно, чтобы получить желаемое. Сейчас ее совсем не узнаю. Лань, почему ты сегодня такая задумчивая? Ты помирилась с Ютином? Сяо-сяо, ты бы поддержала меня, если бы я сказала, что хочу развестись. О чем ты говоришь? Но ты же любила его 11 лет. Выйти за него замуж – это как будто исполнить детскую мечту. Ютин ничего ко мне не испытывает, кроме ненависти. Он думает, что это я спланировала все в отеле. Я пыталась ему объяснить, но он не слушал. Лань, я верю тебе. Как и мой брат, который всегда был влюблен в тебя. Не говори ему об этом. Я не хочу, чтобы он расстраивался из-за меня. Папочка, я же теперь полноправная наследница, не так ли? Конечно. Юлань и Ютин женаты уже 2 года. Завещание ее матери
вступила в силу. Так что все акции ее матери теперь по праву принадлежит нам, Юи. Верно, дорогой? Да. Ты такая хорошая девочка. Я оставлю все тебе. Не переживай. Спасибо, папа. Если бы ее мать не включила этот пункт в завещание, мне бы не пришлось заходить так далеко, чтобы подставить ее перед репортерами 2 года назад. Папа, теперь, когда акции тетушки принадлежат мне, я собираюсь развести их и вернуть себе Етина. Юи, не торопись. Подожди, пока все утихнет. И тогда Етина и все остальное будет твоими. Боюсь, если я не верну Етина сейчас, то потом у меня не будет шанса. Это была ты. Ты все подстроила. Как отец и сестра могли так поступить, разрушить жизнь своей плоти и крови ради каких-то акций. А теперь они пытаются разрушить и мой брак. Мой муж неправильно меня понял, а семья подставила меня. Мне незачем жить в этом мире. Мама, почему ты оставила меня в этом холодном и бесчувственном мире? Алло? Юлань? Ты хочешь развестись? Хорошо. Давай разведемся. Встретимся в суде. Нет. Я не хочу разводиться с тобой. Юлань, ты смеешься надо мной? Шэн Ютин, послушай меня. Я не позволю тебе быть с Юи. Я лучше умру. Лучше умру, чем позволю тебе добиться своего. Мне все равно. Любишь ты меня или нет? Я давно разлюбила тебя. Я хочу увидеть, как Юи не получит мужчину, который ей нравится. Как она будет страдать до самой смерти. Господин Шэн, на связи госпожа Юи. Соединить? Да. Привет, Етин. Сегодня мой день рождения. Поужинаешь со мной? Конечно. Сестра, с днем рождения. Спасибо, сестра. Мой муж оплатил твой ужин нашими общими деньгами. Ты определенно должна быть благодарна мне. Сестра, не говори так. Когда ты выходила замуж за Ютина, у тебя не было приданого, а приданное не считается общими средствами. У меня не было приданного, потому что я все оставила тебе. Сестра, я слышала, что это вино очень дорогое. Но я не прочь потратить его на тебя. Юлань, ты с ума сошла? Ты пригласила меня сюда, чтобы поиздеваться надо мной. Надеюсь, теперь ты счастлива. Извинись перед Юи. Юи? Как мило. Извинись. Ютян, все в порядке. У нее, наверное, сегодня плохое настроение. Хватит притворяться. Я не собираюсь извиняться перед тобой. Отпусти.
Отпусти. Шэн Йитин, отпусти меня. Что ты делаешь? Юлань, ты сошла с ума? Даже если так, это твоя вина. Спи с кем хочешь. Но меня больше не трогай. Ты мне противен. Шэн Йитин, что ты делаешь? Что я делаю? То, что должен делать муж. Отпусти меня. Шэн Йитин, отпусти. Отпусти. Алло? Йитин, Юи пыталась покончить с собой. Что? Где она? В больнице Анжин. Приезжай сюда. Что? Беспокоишься? Боишься, что потеряешь ее навсегда? Поверь мне, она не умрет. Она только что получила акции моей матери. Зачем ей умирать? Замолчи! Юлань, ты ужасна! Мне неинтересна ваша вражда. Юи спасла мне жизнь, и это все, что мне нужно знать. Если она и правда собиралась покончить с собой, то зачем она встречалась Замолчи. С тобой? Замолчи! Шэн Йитин! Я уже должна была привыкнуть ко всему этому. Тогда почему мне так больно? Юи, плача, прибежала домой. Сказала, что ты ее больше не любишь, что вы не можете быть вместе. Мы спрашивали у нее, что случилось. Она ничего не ответила. Когда мы смогли попасть в ее комнату, она была без сознания. Йитин, не забывай, что она рисковала своей жизнью ради тебя. И вот так ты отплатил ей? Беременна двойней? Боже, ты издеваешься надо мной? Эта беременность так не вовремя. И что теперь? Рожать их без отца? Нет, так не пойдет. Я выросла без любви. И не могу позволить, чтобы с ними произошло то же самое. Мы женаты уже 2 года и ни разу не ели за одним столом. Когда у нас появятся дети, мы должны стать настоящей семьей. Йитин, приезжай на ужин. Мне нужно тебе кое-что сказать. Юи еще не пришла в себя. Я не приеду. Я серьезно, мне действительно нужно тебе кое-что сказать. Я не хочу тебя слушать. Не трать мое время. Шэн Йитин, я предупреждаю. Если ты не вернешься к ужину, я приеду в больницу и отключу ее от аппарата. Йитин. Йитин. Пойдем ужинать. Я уйду, как только переоденусь. Завтра мы разведемся. Что? Разведемся? Да. Шэн Йитин, я беременна.
Как ты мог так поступить со мной? Шэн Йитин, пожалуйста, не уходи. Шэн Йитин, послушай, мне нужно сказать тебе. Отстань! Извините, можете сказать, в какой палате находится Юи? Спасибо. Лань-Лань? Шао-Тянь. Почему ты здесь? Пришла навестить сестру. С тобой все хорошо? Да, все в порядке. Я пойду. Поговорим позже. Пойдем домой. Она притворяется. Юлань, она же твоя сестра. Здесь ее родители. Почему ты здесь? Почему? Разве ты не знаешь? Мне все равно, как сильно ты ее любишь. Ты мой муж. И должен быть рядом со мной. Это ненадолго. Когда она поправится, я начну бракоразводный процесс, а потом женюсь на ней. Ютин, не переживай. Лань-Лань не считает Ии своей сестрой. Когда она станет старше, то все поймет. И всегда считала ее своей старшей сестрой. Как тебе не стыдно? Вы правда отвратительны. Юлань, даже не думай! Знаете ли вы ее истинное лицо? Знаете, кто организовал скандал 2 года назад? Достаточно! Разве ты не видишь, что ей плохо? Как ты можешь такое говорить? Если ты здесь не для того, чтобы навестить, то уходи! Ты ненавидел ее с детства, а теперь ты хочешь убить ее. Почему ты такая жестокая? Уходи сейчас же! Ты больше не моя дочь! За всем этим стоит ваша любимая Юи. Что? Ютин, не слушай ее. Говори сейчас же! Они втроем подставили тебя. Моя мама знала, что я влюблена в тебя с детства. Именно поэтому она указала в завещании, что Юи имеет право на все ее акции после 2 лет нашего брака. По ее мнению, к этому времени у нас должны быть дети. И мы не стали бы расходиться из-за них. А теперь они хотят получить все после твоей помолвки. Они нас подставили. Мы попались. И тебя заставили жениться на мне. Что? Что это за глупости? Проверь передачу акций, ты все поймешь. Шэн Йитин. Я знала, что ты винишь во всем меня, что ты меня ненавидишь. Мне тоже это все не по душе. Я любила тебя с тех пор, как себя помню. Я хотела выйти замуж за человека, который полюбит меня в ответ. Я хочу быть счастливой. Я хочу, чтобы обо мне заботились. Ты в порядке? Мой живот. Что такое? Мои дети. Помоги мне. Юлань, сколько еще секретов ты от меня скрываешь? Я хотела сказать тебе, что я беременна. Доктор! Доктор! Шэн Йитин, если у меня случится выкидыш, давай разведемся. Доктор! Доктор! Юлань, подготовьте операционную, принесите носилки. Шао Цян, с ней же все будет хорошо. С ней же ничего не случится, ведь так? Ты худшее, что когда-либо с ней случалось. У нее кровотечение. Нужно взять у нее кровный анализ и позвонить в банк крови. Вызовите всех акушеров, которые сейчас свободны, в операционную. Быстро! Шао Цян. Пожалуйста, спаси их.
Операция очень опасна. Ты можешь... Спаси детей. Спаси детей. Не волнуйся. Я не позволю, чтобы с тобой и твоими малышами что-то случилось. Что я наделал? Только бы все обошлось. Господин, мне нужно, чтобы вы заполнили форму. Господин, пациентка в критическом состоянии. Мне нужно, чтобы вы это подписали. Однако вам нужно кое-что знать. Скорее всего, эта операция навредит ей. И она не сможет больше иметь детей. Вы должны это понять. Только бы она была в безопасности. Ютин, можешь навестить Юи? С ней что-то случилось. Позовите к ней доктора. Ютин, похоже, ей стало лучше. Но она была в коме из-за Юлань. Все, что она наговорила раньше, это была ложь. Хватит! Я сам разберусь, где ложь, а где правда. Что? Не заставляйте меня повторять еще раз, или вы заплатите за кровь сына на моих руках. Откуда ты знаешь, что это твой сын? Он может быть от кого угодно. Кроме того, почему ты решил, что это мальчик? Это не имеет значения. Это мой ребенок. Я не позволю вам больше приближаться к ней. Я относился к вам как к семье. А вы меня подставили. У меня сейчас нет времени на вас. Но запомните, вы за это заплатите сполна. Помните? Сестра, свяжитесь с банком крови. Нам нужно больше крови. Что случилось? Почему у вас не хватает крови? У нее отрицательная группа, а она довольно редкая. У нас нет достаточного запаса. Вы, наверное, шутите? Шэн Ютин. Я виноват. Если бы был более настойчив, когда ухаживал за ней, она бы не связалась с тобой, сейчас была бы в порядке. Я могу ей помочь. У нас одна группа крови. Она помогла мне однажды, когда мы были маленькими. Чего же ты ждешь? При одном условии. Ты должен развестись с ней. Что? Хорошо. Даю тебе слово. 4 дня спустя. Ты очнулась. Ютин просил передать тебе свидетельство о разводе. Я была глупа. Он дал мне все прекрасно понять. Не могу поверить, что я все еще ожидаю большего. Наверное, тяжело пережить выкидыш. Исчезни. Не расстраивайся. Посмотри на это. Что это? Ты никогда не угадаешь. Это твой ребенок. Не говори глупости. Это не мой ребенок. Я знала, что ты так скажешь. Ваши тесты ДНК совпадают. Зачем мне врать тебе? Хорошая попытка. Отдай его мне. Слышала, что плод окружен амниотической жидкостью. Я собираюсь поместить его в формалин. Разве я не лучшая тетя? Отдай его мне. Что происходит? Лан-Лань, почему ты меня не слушаешь? Шоу-Тянь, я правда пыталась. Но она не оставляет меня в покое. Пожалуйста, помоги мне забрать у нее пробирку. Это мой ребенок. Какая же ты дрянь, убирайся отсюда! Юлань, запомни мои слова. Ютин будет моим. Пошла вон!